28 февраля в Кубинке прошло торжественное мероприятие, посвященное шестому этапу эстафеты памяти «Салют Победе 2020». Каждый год эстафета посвящается одному из важнейших эпизодов времен Великой Отечественной войны. Этот год посвящен городу-герою Севастополю. Из Кубинки в территориальное управление Новоивановской переданы символы шестого этапа эстафеты памяти. Знамя Победы, самозарядная винтовка СВТ-40, а также атрибут снаряжения морских пехотинцев, ящик для переноса мин.